Знаете, нынешняя стадия конфликта вообще началась после того, как в течение достаточно продолжительного периода времени накапливались предельно эмоциональные, агрессивные, конфронтационные заявления. Мы бы предпочли, чтобы весь конфликт был урегулирован давным-давно на основе тех принципов, которые разработали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, о которых не раз говорил, между прочим, президент Азербайджана в последнее время, и подчеркивал свою готовность на основе этих принципов выполнять то, что было предложено сопредседателями. Если бы мы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же в том, что касается освобождения 5 районов, а затем 2 районов. Но, во-первых, сделано это было бы бескровно, и, во-вторых, это было бы сделано в увязке с окончательным политическим урегулированием.